Здравствуйте, мои дорогие! Мы сегодня будем вязать шикарный бактус объемным узором, моими любимыми рельефными столбиками. Посмотрите, как он выглядит. Шикарное объемное полотно. Вот это вот у нас лицевая сторона, а вот это изнаночная. Вы знаете, я вам хочу сказать, что на изнаночной он тоже очень красивый. Начало работы у нас будет с кольца амигуруми или с воздушной скользящей петельки. Вот оно, наше начало. И от этого начала у нас будет идти прямая линия. Вот. То есть мы будем подниматься вот здесь вот по центру. И за счет прибавки по центру наше полотно будет увеличиваться и формироваться прямой угол. Если вот так мы на стол положим наш бактус, смотрите, вот здесь у нас прямой угол получается. Вот он, прям правильный прямой угол. Вот. И с каждым рядом наше полотно будет увеличиваться и держать форму прямого угла. Все зависит от того, насколько большой платок вы хотите связать. У меня в моем бактусе получилось, если считать по рядам с рельефными узорами, я посчитаю вот эти дорожки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 рядов с рельефными узорами. Значит, 14 и плюс еще 14. 28 рядов. Но у меня такой получился бактус небольшой. Вы можете его связать своим размером. Для работы нам понадобятся, конечно же, нитки и крючок. Нитки вы можете взять совершенно любые, какие вам нравятся. Тонкие, толстые, роли не играет. Смотря, насколько плотный вы хотите узор, либо более ажурный, или ваш бактус должен быть легким и воздушным, или потеплее, объемным. У меня нитки от фирмы Magic Baby Joy. Состав пряжи 30% шерсть и 70% акрил. И метраж 133 метра на 50 грамм. Я еще раз говорю, не обязательно вам брать именно эти нитки и именно с этим метражом. Вы можете взять любые. Если вы возьмете нитки тонкие, значит, у вас будет крючок потоньше. И всего-навсего ваша работа будет отличаться только в том, сколько вы провяжете рядов. Если у вас нитки тонкие, соответственно, у вас будет больше рядов, больше раппортов. И все. Все определяете по ходу работы. Если у вас нитки толстые, как у меня, значит, у вас и крючок будет потолще, и изделие свяжется быстрее. Начнем нашу работу со скользящей петли. Кладем нить на палец, короткий хвостик спадает с пальчика. Рабочую нить вокруг пальца обматываем один раз. Вот так. Получилось вот такое перекрестие. Заводим крючок под перекрестие, придерживаем пальчиком и снимаем. Захватываем рабочую ниточку и протаскиваем в кольцо. Вот так. Все. А теперь еще раз захватим и закрепим. Все. Мы закрепили наше скользящее кольцо. Нам нужно связать для начала первого ряда 4 воздушные петли. Первую я уже связала. Еще 3 петли. 1, 2, 3. В итоге первый столбик ряда у меня заменяют 4 воздушные петли. Хочу вам сообщить, что я вяжу крючком 4 миллиметра. Далее в наше колечко мы свяжем 5 столбиков с одним накидом. Будем считать. Накид. Первый столбик. Второй. Так, соскочила. Второй.
третий, четвертый и пятый. Вот. Одна воздушная петля, промежуточная. Промежуточная между группами столбиков. То есть у нас получается в первом ряду две группы столбиков из пяти столбиков с накидом. Крайние столбики – это кромочные. То есть они в узор не входят. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали вторую группу столбиков и делаем два накида. Раз, два. Сюда же в колечко провязываем столбик с двумя накидами. Раз и два. Все. Первый ряд у нас закончен. Подтянем наше колечко. Вот так вот. Вот так выглядит первый ряд. Хочу до вас донести, что нечетный ряд у нас будет начинаться с 4 воздушных петель, а четный ряд с 6 воздушных петель. Потому что в четных рядах у нас будут арки из 3 петель между группами столбиков. Мы провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И плюс 3 петли, как арочка. 1, 2, 3. Почему я по краям вместо 3 петель стандартных для столбика с одним накидом провязываю 4? Я для себя вывела эту формулу. Потому что крайние столбики, особенно когда они идут по косой, они требуют дополнительной высоты. Поэтому по краям у меня на одну петельку больше. Если вы владеете своим крючком довольно профессионально, вы можете просто растянуть эти петли начальные, вы можете вязать так. Мне удобнее провязать лишнюю петлю. Накид. Разворачиваемся. Первая петля у нас провязана. Теперь захватываем тело столбика предыдущего ряда. То есть кладем столбик на крючок. Получился рельефный лицевой столбик. Почему он рельефный? Потому что мы захватили не обычным способом под косичку, а именно за тело столбика. Всегда, когда вы захватываете столбик предыдущего ряда за его тело, получаются рельефные столбики. Мы дублируем столбики предыдущего ряда, то есть по 5 столбикам с накидом. Провязываем лицевые, рельефные. За счет рельефных столбиков у нас получается шикарное объемное полотно. Вот. Вот так вот. Провязали 5 рельефных столбиков лицевых. С обратной стороны это выглядит вот так. Далее 3 воздушные петли, как арочка. 1, 2, 3. Мы вяжем второй ряд, да? Второй ряд четный. Напоминаю, в четных рядах у нас рельефные столбики и между ними арочка из 3 воздушных петель. На протяжении всей работы еще провязываем группу столбиков. 3, 4 и 5. И остался 6 столбик кромочный, который не входит у нас в узор. 1, 2, 3. Два накида. 1, 2.
Заводим крючок в четвертую петлю подъема по предыдущему ряду и провязываем столбик с двумя накидами. Вот. У нас готов второй ряд. Разворачиваем, смотрим. Вот, видите, остался рельеф от рельефных столбиков. Вот так выглядит с изнанки наш ряд. Далее мы будем чередовать нечетный ряд. Простые столбики, четный ряд, рельефные столбики. Давайте свяжем третий ряд. Третий ряд начинается с 4 воздушных петель, заменяющие столбик с одним накидом. 3, 4. Разворачиваемся, провязываем под арочку предыдущего ряда 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Далее обратим внимание на группу столбиков предыдущего ряда. Нам в центр надо провязать пучок из полустолбиков. Если 5 столбиков, значит средний столбик это третий. Считаем 1, 2, 3. Вот сюда накид. Заводим крючок под косичку. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Еще раз вытягиваем и еще раз. Вот. На крючке у нас 3 незаконченных полустолбика. Захватываем рабочую нить и провязываем все вместе. Получилась вот такая шишечка. Далее провязываем 5 столбиков под арочку предыдущего ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Поскольку у нас это центр нашей косынки, у нас здесь идут прибавления, значит, мы сюда же провяжем еще группу таких же столбиков. И не забываем про 3 воздушные петли, играющие роль арочки. 1, 2, 3, 4, 5. Мы провязали середину ряда, центр нашего ряда. Поскольку мы провязали центр, значит вторая половина выполняется в зеркальном отображении. То есть мы вывязываем шишечку и под последнюю арку еще 5 столбиков. Давайте проделаем эту работу вместе. Вывязываем шишечку. Один накид вытянули. Второй. Третий. Захватили нить, провязали все вместе. И последняя группа столбиков в крайнюю, вернее, под крайнюю арочку предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5. Не забываем подглядывать на начало ряда. Посмотрите, здесь у меня нету никакой арки. Просто вывязывается крайний столбик. Значит, заканчиваем ряд столбиком с двумя накидами. Заводим крючок в четвертую воздушную петлю подъема. Провязала. Вот. Слушаем меня внимательно и запоминаем. У нас провязано 3 ряда.
вяжем четвертый. Помним, четвертый ряд четный. Значит, начинаем ряд с 7 воздушных петель, 4 из которых заменяют первый столбик ряда. 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваемся, накид и дублируем группу столбиков предыдущего ряда рельефными столбиками. Захватываем тело столбика и вяжем столбик с одним накидом. Первый, второй, третий. Четвертый, и пятый. Далее 3 воздушные петли. У нас получается 3 воздушные петли. Наша арка ложится над шишечкой предыдущего ряда. Накид, провязываем следующие 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Три воздушные петли. Раз, два, три. И снова повторяем тот же элемент. Раз, два, три, четыре. Так, соскочила. 4, 5. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И осталось провязать последнюю группу столбиков рельефных. 1, 2. 3, 4, 5. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида. Заводим крючок в 4-ю петлю подъема и провязываем столбик с 2 накидами. Обращаю ваше внимание еще раз, что столбик с 2 накидами у нас только по краям. Вот, смотрите, я провязала 4 ряда. Вот. Еще, смотрите, вот перед тем, как вязать со мной, вы сначала прослушайте немного, потому что я тоже ошибаюсь в процессе того, как я вам показываю. Смотрите, вот я вот в 3-м ряду провязала между столбиками 3 петли. Вот здесь по центру. Надо было 1 провязать. Но я уже не стала ее распускать. Вот. Когда мы вяжем простые столбики, у нас по центру 1 петля между группами столбиков. А когда мы вяжем рельефные, то 3 петли. Давайте еще один рядок провяжем вместе. Если мы провязали арку, значит, начинаем столбик, значит, начинаем ряд с 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Ну, тут логично, потому что под эту арку мы должны связать столбики. Провязываем
5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Далее вяжем шишечку по центру группы предыдущих столбиков. Вот сюда. Вытянули нить. Еще раз. Еще раз. Вот видите, наше полотно расширяется. Уже получается у нас две шишечки в ряду на одной половине. Два. Три. Четыре. Пять. И шишечка. Вытянули накид. Еще раз вытянули накид. Еще раз вытянули. Провязали. И две группы столбиков по центру, между которыми одна воздушная петля. Третий столбик. Четвертый. И пятый. Одна воздушная петля промежуточная. И еще 5 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Давайте закончим вместе ряд. Потерпите немножечко. Будем считать все. Накид. Вяжем шишечку. Раз. Два. Три. Провязали все вместе. И еще группа столбиков. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И последняя шишечка в этом ряду. Вытянули накид. Вытянули накид. И еще разочек. Провязали. И осталось связать под арочку. Еще раз 5 столбиков. С одним накидом. Два. Три. Четыре. Пять. Два накида. И провязываем последний столбик. Вот. Вот, впрочем-то, и все. Вот наша маленькая косыночка. И так продолжайте вязать дальше на такую величину, какая вам потребуется. То есть вот. Смотрите. От начала работы у нас выстраивается прямая линия. И перпендикулярно ей поднимаемся вверх, где делаем прибавки, за счет чего наше полотно расширяется. Никакой обвязки здесь не требуется в конце. Я вот оставила вот так. Единственное, что я привязала, вот такую кисточку. Будем обвязку делать вот по этому краю, по прямой линии. Сейчас покажу, как мы это будем делать. Три воздушные петли. Раз, два, три. Заводим крючок сюда же. Вяжем незаконченный столбик. И еще один. Вот так. Теперь собрали все в пучок. И кладем наш пучок на крайний столбик. Заводим крючок в основание последнего столбика. Вяжем соединительную петлю. Вот.
Вот такой зубчик получается. И дальше поехали. Раз, два, три. Накид. Из этой же точки вывязываем два незаконченных столбика с накидом. Объединяем все вместе и заводим крючок под косичку крайнего столбика. Присоединяемся. Вот второй зубчик получился. И таким способом провязываем весь край. Раз, два, все вместе и опять кладем на столбик. Все, вот смотрите, вот такие зубчики получаются симпатичные. Таким способом вы обвяжете весь широкий край. На уголочке можно привязать кисти, а можно их и не привязывать. Я не хочу резать нить, просто вам объясню. Здесь в этой кисти я обмотала вокруг книги шириной примерно 20 сантиметров 10 оборотов. Отрезала. Потом сложила пополам и завязала эту кисточку. Так, ладно, сейчас покажу. Вот примерно 20 сантиметров я нарезала. У меня здесь 10 нитей. Складываем пополам. Держим изделие изнаночной стороной к себе. Заводим крючок в нужное место. Заводим крючок под сгиб наших нитей и протаскиваем в петлю. Вот. Вытягиваем побольше эту петельку. Сюда палец. Вот так. И протаскиваем хвостик в эту петельку. Придерживаем, чтобы ровненько она проходила. Вот. И вот так вот получилось ровно. Как галстук, да, завязывают. Вот, видите, шишечка. Все, получилась кисточка. Потом эту кисточку подровняете. И все будет красиво. И таким образом еще две кисточки с других концов. И у вас получится вот такая красота. Вот. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, я объяснила вам достаточно хорошо. Вяжите красоту такую. Приходите на мои уроки. До новых встреч!